На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Ходрева Ирина, мне 14 лет, 8 класс, 100-я школа, город Новосибирск. Я вам расскажу стихотворение Сергея Александровича Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как спелых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны, тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Я выбрала этого автора, потому что Сергей Есенин мой любимый поэт. И его стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу», по моему мнению, выражает тонкие ноты души поэта. Оно в то же время грустное и радостное. Поэт затрагивает тему о прожитой жизни, размышляет о ней и делится с читателем.